Всем привет, мы продолжаем играть в Mount & Blade TLD, мы с вами воюем, мы сейчас добиваем остатки, мы воевали, напомню, против 490 воинов, сейчас осталось 115, у нас 76, было 97, то есть мы потеряли достаточно большое количество, но не такое, чтобы мы прям вот умерли все разом. Так, мы идем немного вперед, мы берем лук, мы берем немножко на возвышенность. Главное сейчас не оборзеть и не полезть сражаться напрямую, потому что я уже один раз в этой битве сдох, то есть у меня не осталось возможности перезагрузить битву. Не перезагрузить, а поучаствовать самостоятельно в битве, то есть я в любом случае получу уже страйк, так сказать, и вылечу отсюда. То есть еще одна-две драки, и все, и мы закончим с этими ребятами. Хотя такими темпами у него 115 оставалось, или 117 человек. Минус 5. А, нет, смотрите, гном уже выздоровел. Нормально, гном уже бегает. Нормально. Ничего себе, гном. Надо ему еще какую-то метательную хрень купить, потому что у него там метательные топоры, кирка и... Боже, и меч, и все. Больше ни черта нет. Надо ему купить что-то такое, чтобы он метать мог. А, минус 69, то есть еще одна драка где-то на 60 человек, и все нормально. Да, да, хорошо. Мы почти закончили с этими ребятами. Да как он на пони смешно выглядит. Это, блин, такая миниатюра, блин. Миниатюрный по сравнению с остальными. Это так прикольно. Такая милота. Так, возвышенность ищем. Более-менее возвышенность, чтобы мы могли хотя бы обстрелять первые ряды, а потом пойдем. Вот и они. Но они далеко еще. Потеря, конечно, человек 7, наверное, а то и до 10 я потерял. Сейчас 80 с копейками воинов в лучшем случае. Этого очень мало. Так, вы издеваетесь, что ли? Я вот это вот по 10 человек буду бить, блин, по полтора часа. Вы издеваетесь? А, нет, даже так. То есть остальные уже. Теоден с войском свидетелем 62 очка ранга и 8 очков влияния. Нормально, да? Просто на ровном месте. 60.
52 очка. И 8 очков ранга. Ладно, это... А, хорошо. 90 человек у меня осталось. Мы сохраняемся. Обязательно сохраняемся, потому что у меня... Извините меня, скоро не останется воинов. Страж. Боже, дурацкая музыка. Я ее прям терпеть что-то. И мы немножко отойдем. Кто-то еще готов к повышению? Да, вот. Опытный страж. Ну. Гондор там получает, конечно, но ничего страшного. Весь интерес в том, что мы неплохо так прокачались. Продаем, продаем, продаем. У нас тут 2300 теперь. Можно взять добровольцев парочку, честно говоря. Нам она нужна. И нам нужна эта 1000, которая тут 700 есть, да? Ладно, нам и 700 этих тоже нужно. Зачем, вы спросите меня, это все? Затем, что у меня слишком мало воинов стало. Мне надо прокачать хотя бы немножко. То есть ты стал... Навыки твои давай посмотрим. Сила есть. А, мощный бросок тебе закинуть, что ли? А у него 0 верховая езда. Почему? Типа, ему не хватает ловкости для верховой езды, да? Ты единственный, кто у меня метанием пользуется. Просто реально единственный, блин. Ну ладно. Арнорский тяжело вооруженный, потом всадник, а потом будут у нас еще рыцари Арнора. Вся проблема в том, что Арнор — это хорошо. Этот не вылазит. А, тьфу ты, блин, там два этих. У меня 525, я такой, типа, что? 525? Серьезно? Дунланцы. Кстати, я хочу, знаете, что посмотреть? По отчетам... Харизма 21, лидерство 35, 10 базовый размер, плюс 40 за ранги. Нормально. Но я хотел не это, я хотел фракции посмотреть. Дунланд 3400, точнее, боже, 3400. Ну, вообще неплохо, мы их не слабо так избили. Опа, еще. А давайте-ка мы сохранимся, ребятки. Можем попробовать еще раз дунландцев побить, но... Вопрос только, присоединится этот или нет. Если нет, то мы этих двоих должны, по идее, разбить достаточно быстро. Рыцарь Арнора. Тяжело вооруженный. Так, я сохраняюсь и пробую. 240. Что-то я им не даю в последнее время очень сильно жить. Я прям их щемлю по максимуму, хоть это и непонятно зачем было сделано. Да, я поздно нажал, чтобы они ехали за мной, поэтому они немного отстают сейчас.
один убитый, один раненый и 33 убитых с их стороны. Осталось, по сути, не так уж и много. Плюс, опять же, это дурацкая музыка, ненавижу ее. А плюс мы выбили двух вождей, остался еще один. И нуланцам я не даю поднять головы, они не могут, бедные, даже улучшить своих воинов, по сути. Неоткуда брать воинов. Мы просто перебили практически всех ребят. Сейчас они перебьют остатки, и мы двинемся дальше. Хорошо. Отборных стражей одного убили, одного вырубили. Это плохо на самом деле, потому что мне... Желательно их сохранять по максимуму, но ладно. У меня есть запасные, так сказать, в самом низу задания. И мне придется отказаться от задания Галадриэль, которое она мне дала на улучшение своих... не улучшение, пожалуй, убийство 10 отрядов разведчиков. По одной простой причине нету отрядов разведчиков. Как видите, я как дурачок бегаю, ищу их, но их тут нет. Кстати, за темную сторону так и не разрушил несколько городов. Кстати, он Кирин дал Мордола. Эти вот эльфийские все города, которые остались, я так и не смог тут разрушить, к сожалению. Но практически победил. Надо будет за темную сторону еще раз попробовать, но на этот раз пойти не за Мордор, но не за Изенгард, боже. Не за рунийцев. Я в прошлый раз взял рунийцев. И пошел большую часть времени за Изенгард просидел. Надо будет пойти за Мордор или Харад, или Умбар. Можно Умбар, наверное, даже. Там и то прикольно. Хотя, знаете как, не очень хочется за Умбар. А за Харад? За Харад тоже, наверное, нет. Лучше каким-то орком начать реально. Можно за Мордор пойти. А что ворвались, блин, как дурачки туда. Зачем? Так. 32 против 17, двоих у меня вырубили. Именно вырубили, не убили. Это хорошо. Дальше будет видно, что будет дальше, но пока такое. Так, и после этого отправимся дальше. Дальше, дальше, дальше. Что у нас дальше, кстати? Хорошо, есть еще 84. Едут вокруг меня, это так бесит. Весь интерес в том, что дубланцы, они нападают вперед сами. Тебе не надо вообще к ним идти. В то время как орки, гоблины в основном стоят на месте, блин. Один убитый за 10 стрел, это перебор, ребят.
так вот. 25 выбито. Просто на ровном месте. Что ты стреляешь сквозь меня? Не, это бесит. Стреляй сквозь меня, пожалуйста. Ладно, пошли вот там. Боже, один придурок просто всю армию затормозил. Я не удивлен, честно. У нас, в принципе, во всех странах такая херня, когда из-за одного придурка все тормозят просто. Ладно. Нормально. Осталось 16, 15, 13, 10, 9, 7, 6. 4, 3, 2, 1, 0. Хорошо. 17. Обожаю, когда такая херня случается. Зачем? Нормально. Сейчас их растопчат. Я думаю, что... У меня даже не пострадает никто, но все-таки мало ли. Пускай. Да, взял кредитку в банке, и теперь мне банк настойчиво пытается доказать, что мне очень нужно ей пользоваться. Как я их не люблю за это. Зачем? Если я хочу пользоваться кредиткой, я возьму кредитку и воспользуюсь ей, ребятки. Ладно, давайте продолжим. Извините за это отступление, мы заберем этих ребят. Всего лишь 19, ну да, 62 было получше. Так, у нас почти закончилась еда, нам бы, наверное, съездить в Рохан сейчас до еды купить. Так, давайте в Хорнбург. А, кузница, что тут у нас такое интересное? Ничего интересного, ничего интересного. Ладно, давайте 1000. А, у нас этого... У этого человека как говна это... говядина, блин. Ну не буду я брать говядину, она портится быстро, ребятки. Серьезно, если б не быстро портящиеся продукты, то было бы легче. Но нет. Нет, зачем надо? Так, 1600. 5, хромой. 2700. Можно взять, кстати. Можно этого взять, но я возьму вот этого. А у меня такой же, да? Да, у меня такой же. Хорошо. 1500 израсходовано, но это не важно. А, Тенгеле тут. Всадник. Тяжело вооруженный воин. Хорошо. До стражника, кстати, я так никого и не докинул, да? Он никто так и не повысился до стражника. Они тупо мрут, как мухи, и все. Так, сначала. Вроде у тебя вот так лучше будет. Не то. Ой, не то я. Ладно. Конюшня, на тебе этого. Вот так. Да у нее нормальная, да? Ну, значит, тебе поменяем. А, у нее не хватает пока навык, ладно. Сколько у тебя? 3? Да, у нее 3 из 2. Хорошо. Наконец-то восстановился.
тоже долго восстанавливается, зараза. Но это лучше, чем ничего. Ой-ой-ой. С кем вы там воюете? А, честно, я им помогу, но немножко позже. Уже в следующей серии. На данный момент всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, буду рад вас видеть. Всем пока.